Приглашаю сюда представителя компании 3M Украина, Бугацкого Александра, с темой «Универсальная лента скотч 88D для профессионального применения». Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Бугацкий Александр, я представляю компанию 3M Украина. Компания 3M – это американская компания, была образована в 1902 году. На данный момент на Украине представлены порядка 6 крупных направлений. Это промышленные ленты клея, это средства индивидуальной защиты, это дорожная транспортная разметка, медицина, товары для офиса, телекоммуникации, электронаправления, которые я представляю. На самом деле у нас огромный, поверьте, портфолио продуктов. Возможно, кто-то из вас уже посетил наш стенд. Кто нет, добро пожаловать. Можно ознакомиться с широкой линейкой товаров для телекоммуникации и товаров для офиса и дома. Сегодня мы вас хотим ознакомить с уникальным продуктом ленты скотч 88T, которая может использоваться для профессионального применения. Почему уникальная? Потому что данный продукт обладает высокой адгезией к любому виду материала, не оставляет след на кабеле или на любой вид поверхности. Также обладает высокой эластичной памятью. Мы это продемонстрируем вживую. И высокой прочностью, механической прочностью. Как я уже сказал, у нас огромная продуктовая линейка, и 3M родоначальник клеющих лент. Торговая марка «Скотч» была образована в 50-х годах, и сейчас у нас огромная продуктовая линейка, начиная от самого простейшего скотча для упаковки и заканчивая, как я уже сказал, для профессионального применения, использующегося для различных применений, в том числе и при критических температурах. Коллеги, сейчас мы вам покажем способность этой ленты по эластичным характеристикам, а также на высокую механическую прочность. Мы немножечко можем еще растянуть, но, в принципе, для чистоты эксперимента вы можете увидеть сразу, что лента приняла исходное положение. И, ну, ради интереса, давайте для чистоты эксперимента растянем ее по максимуму. Я думаю, хватит. Естественно, ее можно порвать специально для удобства, да, но вы можете обратить, да, какое расстояние и что с ним мы можем делать. Я думаю, мы можем, конечно, и дальше растянуть, но, в принципе, вы видите, да, то есть лента уникальная, если сравнивать с решениями, которые существуют на украинском рынке, это одно из дневных решений, которое можно использовать в критических температурах, минус 18, плюс 105 градусов, лента многоразового использования, не боится агрессивной среды, кислоты, щелочи. Универсально для любого применения, как в телекоммуникациях, электро, так и, в принципе, для домашнего использования. У меня все, спасибо огромное за внимание. Желающие могут познакомиться с данным продуктом у нас на стенде, а также с полной продуктовой линейкой компании 3M. Спасибо.